Так, ребят, я приехал сейчас на заправку «Газпромнефть» и уверен, что большая часть из вас автомобилисты, поэтому расскажу вам про отличную акцию от АЗС «Газпромнефть» и бонусной программы «Сберспасибо». Обменивайте от 1000 бонусов «Сберспасибо» на скидку 100% при оплате топлива картой Сбербанка в приложении АЗС «Газпромнефть». А еще выгодно не только списывать бонусы, но и копить их. При оплате топлива картой Сбера в приложении АЗС «Газпромнефть» получаете до 2% бонусами. Переходите по ссылке в описании, читайте подробную инфу и заправляйтесь выгодно вместе с приложением АЗС «Газпромнефть» и бонусами Сбер «Спасибо». Ребят, всем огромный привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли, добро пожаловать в наши ежедневные видосы, ставьте лайкос авансом прямо сейчас, кому не сложно, пульните его, и мы начинаем. Я надеюсь, уже все посмотрели очень крутую серию, прямо реально прикольный выпуск получился с наших зимних покатушек на Жиге, плюс там был прекрасный Дайхатсу, Кейкар, клево мы погоняли. Отличный видос получился, качественный, со звуком, с видео. Я видел, что многие его заценили, спасибо вам. Будем иногда выпускать такие видео с каких-нибудь выездов, возможно, с выездов на соревнования. Будет меньше блоговой истории, такой влоговой, будет больше как выпуск, короче, когда снимает оператор со звуком, с качественным монтажом и все такое, с картинкой, что самое главное. Ну а сейчас у нас обычные влоги наши, ежедневные, у нас начало недели, понедельник. Сейчас на данный момент практически конец февраля, 27 число, получается 28, и у нас весна, это значит впереди летний сезон. Сейчас все готовятся, ну все дрифтеры, кто гоняет летом, все готовятся, конечно же, к летнему сезону. Все строят автомобили, либо что-то новое прикручивают, как-то усовершенствуют свой автомобиль. Многие едут в РДС, многие едут в наше соревнование Дрифт Мацури в Егор Дрифт Челлендж. Многие просто едут по кайфу кататься на площадках, в стриту там и так далее. Короче, каждый собирается к сезону по-своему. Мы вот собираемся к сезону в нашем боксе за 1,5 ляма. Лайк, кто смотрел историю про бокс и, в принципе, как мы его строили. Самое главное, что мы его построили, это А. Б, это то, что его еще не снесли. И то, что меня еще не выгнали отсюда. Мы все еще продолжаем здесь делать SX-а. И, в принципе, у нас, наверное, процентов, ну, 75 готово, мне кажется, точно. Может быть, даже больше, может быть, даже ближе к 80. Сейчас выход давай. Да, Сергей как раз сегодня целый день занимается выхлопом. В прошлых сериях, вы помните, все спозиционировали, сконструировали. Сегодня Сергей занимается проваром. Сергей, провар. Здравствуйте. Мы нужен провар. Вот эту всю историю. На вольфрамах? Да. Посмотрите в Телеграме. Да-да, Серега угорает. Короче, если кто знает подсказать, что как, может быть, добавить вольфрама. О, может здесь быть... не очень. Мне не нравится вот это снимать. Ладно, это мы не снимали. О, вот здесь. О. Тут можно более-менее. Серега, мне кажется, здесь вот присадки немного не хватает. И поддув не очень такой. Вот здесь грязненько. Покажи внутрянку. Грязненько очень. Да не, ладно, на самом деле швы клевые. Я знаю, что к швам все очень придирчивы. Потому что даже когда я даю какое-то изделие Сереге, он сразу смотрит на швы. Ну, которую не он делал. Соответственно, это нормальная тема, что все присматриваются всегда к швам. А мы тут добиваемся совершенства. Ну, мы пытаемся добиться совершенства. Просто есть организация серьезная, которая варит там каждый день, да, и так далее. Я такой относительно любитель всей этой истории. Чисто раз в неделю варишь. Если даже не дольше. А в сварке, ты сказал, в аргоне очень много всяких нюансов. Очень. Вообще. Колоссальное количество. Просто колоссальное. Вот у меня тут тоже в гаражах просят, говорят, слушай, научи меня. Я там... Офигеваю, конечно, от этого, но такие тоже вопросы присутствуют. Потому что как раз-таки здесь настраивается итог. А что в аргоне настраивается? Почему так много крутилок на аппарате? Вот крутилки на полуавтомате, а вот крутилки на аргоне. Мы еще, кстати, аргон Enforce не распечатали, чуть попозже. Это сделаем. Очень много настроек всяких. И в этом надо во всем разбираться. И под каждый металл, что ли? Или металл всегда одинаковый? Ну, чаще всего. А, не, ну, алюминий. Алюминий, нержавейка, титан. А, везде точно. Свои тонкости. И, соответственно, швы. Поддувы, не поддувы, газ, не газ, плохой газ, плохой шов. Ну, я помню, что я пробовал алюминий поставить точку, было сложно. А смогу я здесь проварить? Да, я думаю, сможешь. Ну, на моих настройках сейчас уже сможешь. Хочешь бахнуть? Да, давай. Хочу. А история в том, что алюминий посложнее история. Там надо чуть-чуть понимать. Но на самом деле, когда ты это увидишь, уже полегче. Бах. Да, я бы на самом деле хотел, может, в будущем чуть освоить сварку. Может быть, оно мне и не нужно, конечно. Потому ты что можешь... я не очень механик, я больше пилот. Но с другой стороны, тебе почему не надо? Ну, в целом, это так. Не, ну а смотри, оно типа есть в гараже. И прикольно, вот, например, вы там на отдыхе, мне надо что-то приварить. Ну, понятно, что мне не выхлоп сварить, а что-то просто, так сказать, присрать. Чтобы я взял и это смог сделать. Так, давай.
Серега, давай, погнали. Ты возьмешь вторую маску, как раз она есть. Ну да, у нас есть вторая маска. Сделаю шовчик, а ты посмотришь, как. Давай, да. Вот, короче, я сейчас на маске, ребят, я все вижу. А тут не надо ничего мне настраивать. Не, ничего маска. Не надо. А, она не работает. Все, забудь. Ладно, хорошо. Она, потому что батареек нет. А, понял, надо батарейку купить. Я бы сейчас ослеп. Так, без маски Серега сказал, выхлоп мне не даст варить. Мне сначала какую-то трубу. А, ну можешь вот на крождение. Вот ты можешь вот так сделать, я сейчас... Ну, не давай. Я сейчас да, давай. Покажу. Да, нужна, конечно, вторая маска, надо купить батарейки. Что-то типа того. А, вот такое исполнить? Да. Хорошо, сейчас попытаюсь. Жан, как она без минуса сварила? Минус на столе. А, минус на столе? Все, я понял. Тут четырехтактная система, это один раз нажимаешь и отпускаешь. И она будет, да, она уже потом зажгет дугу. И это, ну, ясное дело, ты лучше держать двумя руками. Еще раз просто нажать и отпустить. А-а-а. Лучше держать двумя руками, потому что если вот ты. Не, ну вот засуды, вот здесь вот так. А-а-а. И руки надо упереть в стол, чтобы у тебя не двигался. Во-во-во, сядь удобно. Нажимаю, она делает. Я веду. Ты нажимаешь и отпускаешь. Она начнет пык-пык, пык-пык, пык. И прикасаться не надо. Можешь на расстоянии, да. На расстоянии. А сколько миллиметров примерно? 5? Ну вот повыше. Вот так, да. Ладно, осторожно, вот убирай глаза. Да, да. Спустил? Да, но я не сделал ничего. Она только прожглась. Да не, ты просто, ну, ты увидишь же ванну, там все дела. Ладно, давай, раз, давай. Давай. Ну ты торопишь, мне кажется. Ты нажми и веди, да, не торопись. Я просто не вижу, мне, хорошо, к сожалению, ничего не сказать, что там делаешь. История в том, что ты еще ведешь не в ту сторону. Ты ведешь вот так, а надо вести вот так. А, вот так? И причем вот так делать и вот так вести? Да. Я вижу только точку, да? Ну, наверное. Просто до этого он не плох. Ну да, ну. И вот эта вся история... До этого она не затемнялась почему-то, она зеленая была. У тебя сейчас плохо бы видно было бы меня. Так. Зайчики и так далее. Чел, а что она не затемнялась? Ну, я не знаю, почему она у тебя не затемнялась, но... Вот она вот сейчас зеленая, вот я смотрю, ты зеленая, она так и была. Да, ну я не знаю, что. У меня еще не было проблем, я тут целый день варю. Если она только сейчас у тебя начала такой историей заниматься, ну я не уверен. Да, короче, в принципе, продолжать, я думаю, не стоит, потому что это уже более-менее, и надо переходить уже на детали. Все. Потом изучать поддувы, не поддувы, размер присадки. Ну, вот эту вот всю историю, там, шов. Ну, короче, смотри, вот, в принципе, неплохо. Возвращаемся к тому, что сейчас сварщики смотрят, думают, ёб твою. Ну, блин, ребят, да, понятно, что я не все умею. Да, можно даже на меня посмотреть, так сказать, поэтому... Да не, ну, понятно, что тут, блин... Ну, кстати, не насрал всю номер. Ты потому что горелку отпустил, там шов надо остудить газом. Вот почему у тебя после продувка, когда ты нажимаешь, отпускаешь кнопку, тебя гаснет дуга и начинает газ идти. Это остывание шва. Да, в среде аргон. Лайк, если тоже сварщик. Мамкин, как и я. Диванный сварщик. Ну, все изучили то, что там швы там. Не, ну да, понятно. Так, что у нас еще из комментов было забавно? Не, вообще я бы хотел деталь к детали приварить, а не просто. О, дай мне вот здесь вот проварить. Тут можно проварить? Ну, это очень толсто, это будет сложно. А-а-а. Вот это надо с присадкой. А, это надо обычным этим, полуавтоматом. Ну, можно и аргоном, я это могу заварить сейчас аргоном. Просто не проволокой вот так, хреначится. Понял. Да, ребят, Серега вот варит выхлоп. Собственно, здесь был где-то еще Георгий, но последние полчаса или 40 минут его уже нет. Он, видимо, где-то там ходит, подбирает запчасти. Он тут, у него были проблемы с заказом запчастей разных, что сейчас это реально проблема. На мою машину мы ждем разный кастом, всякие кронштейны, которые надо доделать. Так, Серега на проваре. Жига, кстати, тут стоит, ждет своей очереди. Вот видите, две шпильки, на которых я заехал на прицеп. Я думаю, в ближайшее время починим. Там на самом деле что-то случилось, походу, с полуосью. Она как-то люфтит. Либо с подшипником. Я видел, там в телеге стали говорить, что это пархо типа так прикрутил. На самом деле пархо мне тогда делал другую сторону. Этой стороной мы не занимались, потому что с ней все было в порядке. Так бывает. Я даже ничему не удивился, когда у меня отлетело колесо. Ну, причем я за 30 секунд почувствовал, что что-то сейчас случится. Поэтому я убрал угол, сбавил скорость, но не успел.
и колесо оторвалось. Но я даже не расстроился, потому что это было предсказуемо. Плюс, ничего страшного, починим, это обычное дело. Что-то колесо слетело. Самое главное, что это случилось на треке. Пархо, привет. Это выглядит смешно, потому что ты только что на телефон записал. Ну, то было для телеги, а это для блога. Как шпильки на жиге там. Вот. Как поставил, нормально? Ну, как поставил, так и поставил. Так же, как Бэху купил. Да, точно так же. Теперь у Пархова разбитого корыта. Логан и Марк. Марк Соска. Так же, как и Сливу. Не-не, Марк, да, это факт. Марк Соска. Он грязненький просто сейчас. Короче, Пархов, ты скажи, что ты не ты ставил с этой стороны шпильки. Я ставил, да, шпильки с другой стороны. Но по идее, как бы, хотя справедливости ради мы снимали задние колеса. Все было нормально с ними. Просто они жили свое, и так совпало, что да. И со второй стороны развалилось. Ну, поставим новую, так же. Но я, кстати, реально, вот даже вообще ни слова не сказал. Но там пошло, кто-то написал, кто-то такой, а, да ладно. И знаете, вот этот ком снежный накатывает. Чувак, это сейчас такой хит сезона, короче, простебать Пархов максимально жестко. Вот так вот, загнобить. Да. Нормально, я все переживу, я это, крепкий парниша. Да, у него иммунитет на это. Да. Так что пишите, что хотите. Кстати, морчок ты показывал открашенный? Нет еще. А, ну, нет еще? Ну, это можешь показать, ничего страшного. Короче, да, морчок свежеоткрашенный. Сейчас грязный, потому что сразу пыльный, но свежеоткрашенный. Там сзади по факту ничего не поменялось, только вот морда по симпотию стала. Нет, ну, смотрится цвет, офигенно. Цвет, когда он был только-только открашен, он прям вообще блестел, сейчас просто туда-сюда пыль. А я помою, будет классно. Смотрится реально прикольно. Доктейл нацепил. Такие вот у него шотганы. Здесь вот Роман делает альтезу. На бимсе. Проверка вкладышей. Она бодрая, по кузову там, по всем делам. Они откуда там, из Самары или откуда привезли ребята? Да, по кузову только в Питере тачки не бодрые. Которые давно в Питере ездят. Те, кто только приехал, они вот бодрые. Да, да. Когда ты только привез и катаешься зимой, то ладно. А вот вторая, третья зима уже не очень бодро. Мы только что выгружали дрова тут в Усмотрс в поступление. Вечная шутка над Сергеем Стиловым — это то, что я топлюсь дизелем. Мы говорили тебе. А это сказать... Да. А вы вот такие донатики любите. Сразу. Хорошие донаты подлетели. Ну, кстати, если котел на дровах, то тогда как он будет работать ночью? Это нужно что-то еще отдельное покупать. Не помню я такой системы, чтобы дровяные котлы работали ночью. Если кто-то знает, напишите в комментах. Так-то, в принципе, если психануть, то можно в дополнение купить и дровяную печь. В принципе, подключить просто ее к общей системе. Но видите, здесь прикол в том, что если гараж топишь каждый день, то он там через 2-3 дня натапливается, и здесь прям тепло. Вот сейчас, например, выходные не топились 2 дня, здесь опять холод полный. Соответственно, сегодня гараж топится целый день, но все равно сейчас здесь холодно. Ну, довольно-таки холодно. Поэтому бусты здесь ходят в фуфайках. И где-то завтра вечером здесь будет только тепло. Соответственно, пройдет еще 3 дня и... Снова выходные, снова перестают топить гараж и снова все по кругу. Ну а топить в любом случае надо, как я говорил, потому что сейчас здесь идут работы. Строится СИКС и, соответственно, здесь должно все быть для того, чтобы было комфортно работать. Мне скоро вышлют бак пластиковый на 300 литров. Вот будет поудобнее, потому что мы сейчас все канистрами по 20-30 литров. Это неудобно. Вот будет бак. Можно было поставить и 500 литров, но боимся, что будет слишком большая нагрузка на эту конструкцию. Поэтому... 300 литров бак пластиковый будет прям ок. Плюс еще эти 300 литров соляры можно будет купить реально дешевле. Сейчас нам подвозят подешевле соляру по 45, но это прям редко. Заходите, все в порядке. Я рассказываю плюсы и минусы соляры. Плюсы есть? Плюсы, да. Хранить удобно. Ну, будет у нас бак на 300 литров, мы как закупимся подешевле. Сразу. Все самотеком сразу туда, и тут будет просто Сочи. Да, факт. Пока вы в фуфайках. Георгий, так. Что осталось по SX? Вот сейчас выхлоп, далее. Сделали. Сейчас наконец-то приступаем к завершению эпопеи с топливом. Сейчас мы уже примерили ГУР, нам вроде ничего не мешает. Сейчас будем доделывать тефлон. И, в принципе, с топливом мы заканчиваем. Топливо именно, что касается рулевой рейки, вот это, регуляторы. Да. Подвести магистрали, так сказать. Да. У нас все уже спозиционировано, осталось только собрать тефлон, докупить, может, какие-то фитинги, и все, у нас будет готово. Также сейчас следующий шаг у нас — подвести охлаждение турбину. Не знаю, Сергей рассказывал, нет? Тоже у нас нет. Есть решение. Здорово, Пип. Как это все будет? Так что это будет следующий шаг. А, вот здесь вот, да, у нас? Да, у нас здесь будет подача на турбину, подача на гейт. И все вернется у нас в нашу замечательную проставку. Также еще доработаем вот этот участок. Вот позже его отдадим в анодирование. Будет черное, да? Будет красиво. Да. Отлично. Дальше снова в салон. Крепим торпеду.
делаем кронштейны на мозги, на ПДМы, занимаемся плотно салоном. И почти готово, короче, ребят. Вот, поэтому сейчас озвучили ближайшие планы на машину. Я уже тут сам ходил, смотрел и думаю, вроде как осталось-то немного, 70% сделано, стопудово. Ну да. Не, реально, 70% я думаю есть. Вы слышали только что, как Георгий озвучил ближайшие планы по SX-у. Мы, конечно же, его следуем. Я делаю все для того, чтобы SX строился. Соответственно, покупка запчастей, финансирование всего этого. Это, ну, реально недешево. Вы уже примерно прикидываете, сколько выходит построить такого уровня машину. Но это интересно. Это супер интересно, и это точно шаг и уровень прям вверх. Точно. Это вот стопудово. Если сравнивать это с Лавром, то это точно машина уровня выше. Конечно, есть куда стремиться, есть еще некоторые позиции, которые хотелось бы прикупить там, не знаю, на следующих автомобилях, например, там на ProSlive реализовать, но это все еще, ну, требует, естественно, дополнительных вложений финансов. Сейчас строим насколько можем, вот реально по максимуму взял. Ну и у нас получается довольно неплохой конфиг, об этом я тоже говорил. Вообще, ребят, спасибо, что смотрите видосики, спасибо, что подбадриваете лайком и меня, и видос. Поставьте лайкос, если вам не сложно. Конечно же, заходите на 34play.me в раздел Steel of Daily в коллекции. И там подзакупайтесь мерчом с промокодом Steelof. 15% у вас будет скидочка. Также у нас есть чаек шоп. Можно себя и близких порадовать хорошим, качественным китайским чаем. Ну и, собственно, серия подходит к концу. Огромное спасибо, что ее посмотрели. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал. Вот на него ссылка. Там очень много всего интересного, самые свежие новости. Короче, очень много движухи именно в телеграм-канале. И с вами был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь. И до новых встреч.